15 июля Центр социального обслуживания населения «Вера» возобновил свою работу после карантина. Пока воспользоваться услугами могут только несовершеннолетние посетители. Составлен график посещения. Специалисты центра принимают по одному ребенку. Сейчас у нас пока не действуют групповые занятия. Занятия проводятся индивидуально. И время рассчитано таким образом, чтобы после каждого получателя социальных услуг мы могли опять-таки обработать все поверхности. В учреждении выполняют все санитарные рекомендации. Каждые 2 часа поверхности в помещениях обрабатываются дезинфицирующими растворами. В кабинетах установлены бактерицидные лампы для обеззараживания воздуха. Все сотрудники центра в масках и перчатках. При входе посетителям измеряют температуру бесконтактными градусниками. Здравствуй, дружок. Давай температурку померяем. Ты моя красота. О, видишь, циферка какая? Маме покажет, да? Даниил после долгого перерыва возобновил посещение массажных процедур. Ему предстоит пройти 10 сеансов. После Нового года начали посещать. Но потом, соответственно, пандемия, перерыв большой. Но вот сегодня, слава богу, мы снова здесь. Маленькая София очень ждала открытия центра. Девочка занимается у логопеда и психолога. Психологам ее особенно нравится Жанна Ивановна, очень умеет расположить к себе детишек, очень их любит. И София ждала с большим нетерпением. Две ручки, двумя ручками берем камешки, две ручки. Так, и теперь выкладываем наши лепестки. Психолог отделения реабилитации несовершеннолетних Жанна Усова с каждым ребенком занимается индивидуально. Групповая терапия пока запрещена. Мы с радостью ждали этого дня, мы готовились к этому дню и, естественно, подготовили очень много новых программ, новых мероприятий, консультаций, как для родителей. Это будут и родительские клубы, это будут и консультации в индивидуальном плане. Для старшего поколения получателей услуг пока предусмотрена только выдача питания. Планируется, что кружки и секции программы «Активное долголетие», а также вся деятельность учреждения в полном объеме возобновит свою работу с 1 августа. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, «Видное ТВ».